Побережье Соединенных Штатов. Секретная база американской разведки. Заброски в русские снега. Готов, сэр! Где же он? Ну, здесь, сэр. Что он там делает? Закаляется, сэр. Это наш лучший агент, 007. Его каждая пограничная собака знает. Выпить хотите? Есть сухой мартини. Лучше мокрый. Yes, sir. Эй, Джеймс, присоединяйтесь к нам, хватит закаляться. Ваше задание имеет решающее значение для нашей безопасности. Как известно, русские рассекретили все свои объекты, кроме одного. Таинственный объект X где-то в квадрате А или Б. Есть сведения, что именно там находится пресловутая красная кнопка. Ваша задача — найти и обезвредить ее. Значит, главная задача — Red Knob, красная кнопка. Запомни, красная кнопка — это кнопка красного цвета. Если увидишь желтую, голубую, зеленую, не бери, только красную. Проклятие, опять сигара погасла. Будет ждать вас в конспиративной телефонной будке. На нем будет френч, фуражка и борода. Фидель Кастро. По-моему, она слишком много знает. Нужно ей закрыть рот. Отличная работа. Мы уже над Россией, сэр. Боже, какие здесь отвратительные дороги! Запомните пароль для резидента. А отзыв? Отзыв узнаете на месте. Колбаса — это тоже пароль. Нет, вторая половина будет у резидента. Аппаратура вся сделана так, чтобы не вызвать у русских подозрений. Это рация. Это фотоаппарат. Это яд. Каков принцип действия? Так-то выпьет эту бутылку, утром умирает от головной боли. А это противоядие. А это вам лично от меня. Что это? Как что? Водка. Водка? Кто бы мог подумать? Ну что ж, пора одеваться. Yes, sir. По-моему, так он будет слишком заметен в русской толпе. Переоденьтесь. Ну что, так нормально? Думаю, так он не будет заметен в русской толпе. Окей. О, чуть было не забыл.
Последнее достижение американской науки. Здесь слезоточивый газ. Достаточно нажать кважу и раз. И человек становится, и человек становится. Ай, что-то я от слезоточивого газа становлюсь таким сентиментальным. Ты уж не забывай нас, бежи вот чаще. Но учти, если ты не вернешься, мы будем считать тебя коммунистом. Да ладно, братаны, сейчас видимся. Москва, Вашингтон слезам не верит. На большое дело иду, прощай. Ну я пошел. Прощай. Сэр, мы дали ему все, что нужно. А что? Я подумал, что парашют ему тоже бы пригодился. Совершил посадку на заданное место. Заданное место сильно болит. Переночую в лесу, а утром попытаюсь завербовать лесника. Искренне ваш 007. Thank you.
что ж це робить? Побачив? У мене такий вопрос. Ну, я тобі зараз плюну. Наш штаб сокращает на одно місце. Одному із нас, із вас, придеться уйти в отставку. Значит, в отставку. Добровольці є? Прощай, дорогой друг. Благодарю за службу, что больше я здесь тебя не видел. А теперь о главном. Ровно 21.00 я вот этим самым пальцем, нет, вот этим, нажму на красную кнопку, и это послужит сигналом. Шпион! Руки вверх! Даже стены имеют ухи, что касается шпионов. Тут все, и шантаж, и подкуп. Но мы останемся верными присяге. Подпишитесь, товарищ генерал. Что это? Текст новой присяги. Ну,
дисциплине. Новобранцы сейчас приходят, но чистые дикари. Им же страшно оружие в руки дать. Вы записывайте, записывайте. Они так исполнили, только танцульки не умеют. Дискотеки, девочки, мальчики, молодежь. Сами такими были. Да мало ли что у них в голове. У них сейчас время исканий. Но дедовщина, она все-таки еще есть. Не все, конечно, выдерживают, но будем их воспитывать, да. Подпишите, товарищ генерал. А что это? Текст новый, присядьте. Я что, уже подписал? Да ну, я, она уже устарела. Да, смотрите, на вашу ответственность. Отверьте хвост, какие такие документы на меня. Чира! Да что ж такое, я им про дисциплину. Они записывайте, записывайте, главное, это дисциплина. Да, дисциплина и дисциплина. Кыш! Ой, вот дикари, ну ничего, придется немного потерять. Кстати, вот тот черненький, внук командующего, есть где-то. Записывайте, армия — это вам не детский сад какой-нибудь. Записывайте, армия — это школа жизни. Записывайте, любого юношу мы превратим в настоящего мужчину. А девушек в женщин. Теперь о ядерном оружии, которое приводится в боевое действие методом нажатия красной кнопки. Доступ к ней имеют люди, прошедшие специальный инструктаж, то есть я сам. Если бы не вышло указанные меры безопасности, то любой дурак мог взорвать бы это. К черту! Ну я же просил ядерные испытания не проводить вблизи моего кабинета. Меня от них тошнит. Так и запишите. Мораторий, а этим всем безобразием конверсия. Прекратите курить в помещении. Пожара мне только не хватало. Ну, полковник, вы как малый дитё. Кстати, надо еще разобраться, откуда у вас деньги на папиросы. Вот, именно. Откуда? Ну, что сказал? Немедленно потушите папиросу. Oh, wow.
Маршал Будён Михайлович Семёнов. Здравствуйте, товарищи! Пожалуй, товарищ маршал! Подаду! Вперёд! Тынь-пас! Тынь-пас! Ой-ой-ой! Умирай, зайчик мой! Трусики за мной! Так. Ой, пора на совещание! Все, быстро! Ну-ка! Здравия желаем! Садитесь, рассаживайтесь поудобнее. Итак, приближается время Че. Настало время зачитать приказ. Слушай, боевой приказ. Пожалуйста, прочитай. Милый пупсик, я надеюсь, что сегодняшней ночью, когда мы встретимся, ты не облажаешься, как вчера, поэтому... Нет, товарищи, это не то, это другая бумага. Глубоко личная, извините. Приказ? Так, а где же приказ-то? О, в сейфе, в сейфе. У меня же есть секретный сейф. Вот тут картина Будёна Михайловича Семёнова, да? Но это же конспирация, чтобы ни одна вражеская сука не узнала. Надеюсь, среди вас нет вражеских сук, да? Скажите. Ну вот, тут с виду простая каменюка, видите? А там... Он же штукатурил, и снова цементировал крепко. Ой, а генерал-то не настоящий. У нашего генерала усы были. И брови были над глазами, две. Во, наш генерал, брови, усы, что еще надо? Орел! Так, ну-ка, Ванга, ты с крабом должен готовность систем связи. Системы связи расчленены и полностью готовы к применению. Они расположены на возвышенности, а также спрятаны в укромных местах, покрытых растительностью. Для вступления в связь необходимо... Ой, извините, товарищ генерал. Вопрос есть? Разрешите, вот тут такой вопрос есть. Воинское звание из 5 букв, 4 О. Идиот. О, идиот. Спасибо, я думал, майор. А теперь я хочу вас спросить, что это за разгильдяйство? Что это за воровство такое у нас? Все пропадает, продукты пропадают, боеприпасы уже пропадают. Вчера со склада, ну с того склада секретного, где дырка в заборе, украли 8 гранат. А... Или... Или 9 сейчас проверим. 9 гранат. Так и красную кнопку украсть могут. Ладно, слышь, ты с яйцами, доложи готовность флота, но... Извините, товарищ генерал, 3 дня не ел. Экипаж готов! Флот готов! А может сейчас погружаться? Вниз, что ли? Это можно. Срочное погружение! Служил советскому. Что-то не очень. А что же он не всплывает? А? Всплывет! 3 дня, хотя всплытие мы еще не отрабатывали, пока только погружение. Надо работать. Есть! Провисная связь. Вас, товарищ генерал. И генерал Полунин слушает. Да, есть. Будет сделано. Хорошо. Слушать. Что? Химчистка? Какая химчистка? Вы ошиблись с номером. Химчистку звоните 2348. Химчистка. Так, о чем это я? О химчистке? Да, главное не запятнать честь мундира.
Запишите! Товарищ генерал, можно выйти? А вам как? А-а или пи-пи? Мне зю-зю. Не возражаю. Значит, в 9:00 нажмем на красную кнопку и горяну огнем. Народ выйдет на улицы, тот мы его и порадуем. Люди давно уже ждут, взлетят ракеты, и наши дети, я думаю, скажут нам спасибо, еще скажут. Это переодетый мужик, держи его! Как, педераст, ты в штабе? Так шпион, а не педераст, только живым! Только живым! Только живым! Хорошо, что ты не педераст. Возьми классная книжка про шпионов. Молодец, я бы с тобой в разведку пошел. В американскую. Поздравляю. Ну, товарищ генерал! Эй, здорово ты утрахнул. Ну, это тебе глобус мира. Тут обозначены все места, где нет наших ракет. Так, праздник мы начали, а теперь народные гуляния! Сообщение из Вашингтона. Совершенно секретно. Поздравляем агента 007 с выполнением задания и присвоением очередного звания 008.